Жене Пригожину передал огромнейший привет. Ебать, у него подписчики, нахуй, Женя Пригожин, блять. Ну, короче, у меня все лагает, давайте посмотрим героев. Давай. Первый герой, это у нас кто? Артемадия. Да ёб твою мать! Или же, как говорил один персонаж, Артемак. Почти, 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 было, было. Так, это наш Артет... Ой, Артмаджес. Артмаджес. Я его тогда неправильно назвал. Это не Артмаджес, а... Арк-Ворден. Ну! Ворген. Ну! Арт-Ворден. Блять, ну долбоёб, я только что сказал, он как его зовут, он представился. Так, собственно, следующий персонаж. У меня так все сильно лагает. Бладсикер. Бладсикер его зовут. Он, знаете, чем-то похож на Росомаху. Очень похож на Харька, очень похож. Чего-то да. Следующий персонаж вот этот вот. Прочитай правильно, прошу. Клинкс. Так. И что, он не попытался даже прочитать? Так, следующий персонаж вот этот вот. Дроу Рейнджер. Если что, подписывайтесь на мой телеграм-канал Золото. Так, Дрон. Ему просто дали красную кнопку. Ему даже не дали шанс загрузиться и принять игру. Ему просто дали красную кнопку. Чего? Ему даже не дают принять игру, вы понимаете? И слава богу, ебать, дота проработана. Защита есть от Иван Зола. Так, следующий персонаж. Эмбер Спирит. Евген Саяид. Ну наш, Жека, брат, наш русский парень. Женя Пригожин передал огромнейший конечно. Так, следующий сейчас персонаж. Сейчас отвечу на донаты. Так, вау, прикольный персонаж. Войд. Фейслесс Войд. Так, ну я не знаю, как его зовут. Да ты долбоёб, тебе только что трое людей сказали. Ясигис Лорд. Да ёб твою мать. Блять, он только что представился. Faceless Void. Так. Локи? Это он, это Локи, да? Стрим, собственно, завершился. Стрим немножко лагал из-за того, что я чат там не убрал. Чат виноват. Никогда не будет виноват Иван Зола. Никогда он не будет виноват. Во всем виноваты другие. Из-за чата. Ребята в чате, ну-ка, давайте-ка, поясните-ка. Почему Иван Зола лагал компьютер за 500 000?